и КНБКР задержал 5 граждан Азербайджана, членов транснациональной ОПГ, которые готовили покушение на высшее руководство Кыргызстана. По информации спецслужб, один из задержанных, Асагаров М., имеет статус бродяги и в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии специально прибыл со своими подельниками в Кыргызстан для организации покушения на руководство страны. Заказчиком покушения по версии ГКНБ является находящийся в розыске Раимбек Матраимов. Согласно оперативной информации, Матраимов сейчас находится в столице Азербайджана Баку. Сейчас прорабатывается вопрос об его экстрадиции в Кыргызстан.